лицах радость и волнение. Это событие можно назвать поистине историческим. Ровно 20 лет назад на Тверской площади открылся первый магазин «Александрит». Он размещался всего на 15 квадратных метрах. Сегодня, спустя два десятка лет, на этом же месте появился ювелирный центр, площадь которого составляет уже 300 квадратных метров. Количество услуг увеличилось с одной просто продажи до 18, а число поставщиков более 200. Сегодня мы открыли зал свадебного сквера. Мы сегодня представляем платиновый кабинет для наших дорогих клиентов. Демонстрационный зал новинок. Дворец обручальных колец. Это эксклюзивный договор с питерской компанией для расширенного ассортимента ювелирных изделий, помолочного и обручального образца. Компания «Александрит» идет в ногу со временем и презентует в своих магазинах самые последние новинки мира украшений. Сейчас в демонстрационном зале можно увидеть коллекцию семейного бренда «Геворкян». Это настоящие арт-объекты, которые станут не только фамильными драгоценностями, но и предметами для коллекционирования. Здесь мы будем представлять каждый сезон новинки. И также здесь можно узнать о последних тенденциях ювелирной моды, а также об изготовителей, которые, возможно, представляют свою продукцию впервые на рынке. Именно города Твери. Для обслуживания ценителей прекрасного в ювелирном центре создали платиновый кабинет, побывать в котором уже дорогого стоит. В окружении цветов, элегантной мебели и за бокалом шампанского выбор кольца или браслета из огромного ассортимента магазина покажется настоящим праздником. Для своих любимых клиентов компания «Александрит» предлагает совершенно уникальную услугу – закрепить супружеские отношения в свадебном сквере и получить серебряную подкову на счастье. Я хочу пригласить сюда всех наших покупателей на этот островок красоты и на островок счастья и любви в свадебный сквер. Юлия Ильичева, Антон Чечен, Твериград ТВ.